В ремонт прибыл блок EMS-3132. Машина не заводится. Значит, давайте сейчас подключим к стенду и посмотрим, что с ним происходит. Включаем зажигание. Оп, даже главное реле не срабатывает. То есть тишина. Ни бензонасос, ни главное реле не срабатывает, ничего. Ну и, собственно говоря, и нагрузки-то нет. Тогда сейчас будем разбирать и смотреть, что там случилось внутри. Ну, он весь уже вон разлетелся на мелкие части. И дорожка, скорее всего, тоже вот она пошла. Да. Ну, вроде с этой стороны отпаялся. Давайте вторую сторону попробуем ему. Отпаялся. Дорожки сейчас поправим. Дорожки не отвалились. Давайте проверим, нет ли у нас замыкания по самой схеме. То есть посмотрим на конденсаторе. Замыканий нет. Замыканий нет. Замыканий нет. Давайте попробуем просто поменять диод. Так, после смены диода тоже ничего не происходит, то есть главное реле не включается. Давайте посмотрим, что приходит у нас на диод. Так, значит, у нас вот это вот постоянное питание есть, это питание у нас от замка зажигания вот сюда, вот сюда должно прийти питание плюс 12 вольт. Здесь мы видим всего лишь 2 и 3 вольта, то есть сгорел еще внутренний слой. Сейчас восстановим дорожку.
вообще уже такие моменты были, и поэтому у меня вот отмечено красным, видите, сгорают эти дорожки постоянного питания, причем сгорают внутри платы, в межслоях. Вот это уже была не одна машина, вот, так что здесь мы сделали все то же самое. Ну и теперь давайте попробуем его запустить. Включаем. Вот, пожалуйста, отработал бензонасос. Главное реле уже включилось. Нагрузочка у нас пошла, как положено. Давайте попробуем запустить. Не запускается. Не запускается, потому что там стоит иммобилайзер. Для этого нам нужно залить прошивку IMO-OFF. И повторить процедуру. Использовать будем адаптер D-Link MD Flasher для того, чтобы сделать нам IMO-OFF. Вот, пожалуйста, версия блока. Сейчас мы ее считаем. Все, бэкап мы сохраняем. И теперь запишем файл IMO-OFF и Евро-2, сразу же они просили. Вот он сразу же. 1.4 евро 2 на 92 бензине. Вот он определил, что формат файла не тот, потому что тот файл BSL. Пишет преобразовать. Да, давайте преобразуем. Сейчас он сотрет флеш и запишет нам ее. Все, пошла запись флеш без иммобилайзера. Итак, файл мы записали. Давайте будем пробовать. Включаем бензонасос, главное реле, все отработало. Выбираем 60-2. И поехали. Пожалуйста, форсунки, катушки. Катки работают исправно. Все, можно отдавать.